думаю, вы уже поняли, что сегодня открытие очень крутого магазина «Дайвер». И вот мы в спортивном режиме после такого ударного флешмоба поднимаемся на второй этаж для того, чтобы уже наконец побывать в этом замечательном магазине, где мы все с вами увидимся. Вы только что увидели, как первые покупатели зашли в этот магазин, и мы вместе со всеми сейчас посетим его и познакомимся с ними. Итак, поехали. Ну а что, одежда всем здесь очень нравится. А вы знаете, как называется марка этой одежды? Дайвер. И только что мы познакомились с маркой одежды Дайвер. Итак, двигаемся дальше. Что вы примерили, по-моему, отличная курточка. Очень крутая, мне нравится материал, как сидит, и вообще все супер, очень нравится. Только что на ваших глазах магазин «Дайверс» подарил толстовки команде «Свои люди», и сейчас они выступают именно в них. Ребят, расскажите, пожалуйста, как вам вообще этот магазин, ассортимент, нравится ли вам то, как происходит открытие? Открытие на самом деле очень хорошее, а снизу, ну, на минус первом этаже были танцы, там был брейк-данс, еще девочки танцевали хип-хоп. Алкоголь это все, но это уже отдельная тема, музыка хорошая. Вещи на самом деле качественные. Вот, ну, мне очень понравились там джинсовые рубашки, очень хорошие. Джинсы тоже хорошего качества. То есть, ну, все в кайф. Ну, я тоже поддалась общему настроению и решила взять себе что-то на память из этого магазина. Ну что, пошли меряться. I groove into the sound of music from the stereo.